Россию! Россию! Черт, где я? Че это? Встать нужно. За бред, блин, опять? Куда я попал опять? Так, здесь лежал какой-то кирпичик. И у меня возникла очень прикольная идея. Почему бы мне сейчас этот кирпич не кинуть в эту стену? И эта стена разрушится. Ё-моё, ни хрена себе! Do you want to play hide and seek? Стоп, что? Гренни? В смысле, я же уже сбегал от Гренни? Какого хрена? Я вообще, блин, не готов был к таким поворотам событий. Так, ладно, нужно действовать. Здесь лежит какой-то арбуз. Что же в нем может быть? Ладно, пока что я не буду арбуз брать. I see you. Черт, это уже третий день, блин! Ой, что мне делать? Это Гренни 2, потому что там есть дед. Блин, теперь я против двоих. Это будет намного сложнее. Блин, теперь нужно думать, как этого деда перехитрить. Потому что, по-моему, дед глухой, но он сильно бьет. А Гренни, она все слышит, но она послабее бьет. Но все равно, и то это смертельно. Что если внутри этого арбуза лежит ключ? А что такое же может быть? Ну-ка. Чего? Арбуз был почти что пустой, и в нем лежал арбалет. Нифига себе. I see you. Отлично. Черт! I see you. Блин, наверное, Гренни уже возродилась. Как? Блин, что я наделал? Я просто арбалет просрал. Как мне теперь его достать? Там дед с бабкой возле него ходит, наверное. Ладно, хороныть, нужно действовать. Блин, нужно осматривать каждый предмет. Вдруг в каком-то предмете есть ключ. Так. Оп. А. В смысле, что? В упаковке от чая лежит ключ? А чё? А круто? Чёрт, не подходи ко мне! Чёрт, пятый день. Блин, мне нужно как-то поднять арбалет. Отлично, вот и они. На. На. Отлично, так, быстрее. Чёрт, здесь всё заставлено, блин. Я не успею, всё, мне конец. Нет, пожалуйста, нет. I see you.